Что мне в этой ткани нравится? Мне в ней нравится конкретно только то, что она не перегружена цветом. По большому счету, я не знаю, сколько здесь розового, наверное, все-таки не очень много. Здесь два активных цвета. Это какой-то голубой и какой-то бежевый. Если вы будете покупать ткани вот с таким рисунком, я бы уже розового вот этого отсюда бы убрала, да, вот такой рисуночек, он вас никогда не убьет. Никогда не убьет, то есть он не превратит вас в женщину-клумбу. Вот это, в таких тканях, по цвету, это будет хорошо. А вот это, мои хорошие, когда в одной ткани присутствует весь цветовой круг и вся цветовая гамма, то и вы идете в платье, выполненном из этой ткани, я называю это женщина-клумба. Люди, встречающие вас, они видят ткань, они видят вот эту яркость, потому что она забивает ваше лицо, они не видят за вами ваших глаз, вашего лица, они не видят вас. То есть зачем так наряжаться в такие ткани, за которыми вы как человек, как личность, как красивая женщина, вы прячетесь? Понимаете, вот эта пестрота, она часто нас убивает.